находимся в заведении Мистер Икс, город Иркутск. Сейчас будем играть в аппараты. Вот и сколько много. Хватайка большая, микрохватайка. Алладин, Боярд, ножницы. И в каждом мы сейчас пробовать будем играть. Давай хватайку сыграем. На 50 рублей. Может быть, что-нибудь выиграем. Одна игра у нас. Вот этого Микки Мауса. Блять, мы, наверное, не выиграем его. Ну, давай, давай. Микки, Микки, Микки. О, да. О, да, я выиграл Микки Мауса. Супер. Игрушка первая пошла. Давай сыграем. Теперь в этот аппарат на 50 рублей. Он еще и принимать не хочет. Все, заживал. Главное, чтобы он работал. Что-то экран не хочет работать. А нет, работает. Так, что мы здесь выигрываем? Вот это давай. Блин, а что она не едет-то больше дальше? Все, что ли, предел? Ну, ё-моё. Не, ну это печалька, когда вот так. О, давай, давай, тащи его, тащи. Есть, вторую игрушку выиграл. Давай вот этого гуся, его, наверное, не вытащить, гуся. Давай медведя черного. Black Star медведь. Хотя подыми его. Ну, придется вон того зелененького человечка вытаскивать. У меня еще есть две попытки. Вытащи, что ты за все, что ли? Одну игрушку на 50 рублей, короче, все в плюсе. Давай, давай, давай. Все, игры закончились. Такого мы выиграли. Прикольного. Вторая игрушка, зачет. Давай сюда. Называется Алладин. Что у нас здесь есть? 50 рублей. Давай 50 рублей. Уже вот две игрушки выиграл. Давай жри. Не хочет еще, короче, принимать у меня. Придется сотку закинуть. Ну, надо было сюда, да, это все радио-видео. Показать, как я умею выигрывать. Давай. Будем минимальные призы, потому что их возможность выиграть лучше. Ну, хотя и максимальные тоже можно выиграть, но мне кажется, что только эти можно выиграть. Вот эти, потому что они дешманские. Блять. Сматерился. Что, он нету больше? Ладно. Не получилось. В следующий раз получится. Давай вот в этот сыграем. Ты тоже, что ли, не хочешь?
Ну, ё-моё, ни один аппарат не хочет принимать деньги. Полтинник, только сотки давай ему. Сотки без базара. Погнали. Что здесь у нас есть? Телефоны, часы, деньги. Давай вот этот маленький приз. О, почти, блядь. Сейчас мы доберемся до ножниц. Нам хотя бы выиграть в боярде что-нибудь, сука, не получается. Давай. О, сука. Извините за мат. Китайская музыка играет. О, почти. Давай в этот теперь. Здесь у нас бабки лежат. Короче, ножницы, миньон большой, такой чебуратор. У нас есть еще немного денег. Погнали. Сотку зарядим. 2, 3, 4. Все, 4 игры. Поехали. Что будем резать? Давай миньона начнем. Миньон тоже хороший. Не повезло. Давай начнем планшет вот с деньгами. Опа, почти, почти, почти срезал. На меня все смотрят. Думают, что это я делаю. Пришел проверяющий аппаратов. Почти, блядь, срезал. Еще одна попытка, и я, походу, ничего не выиграю. Ну, охота вот этот планшет с деньгами. Его, походу, не только я хочу. И у меня не получилось его срезать. Как обычно. Все, закончились денежки. Вот такие вот красивые аппараты, в которые я сегодня играл. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.